Do you have pen and paper? У вас есть бумага и ручка, на чем писать? I'm hoping to give you some things to write down that will help you. Я надеюсь, что я дам вам некоторые вещи, которые помогут вам, которые вы напишете. I want to continue in our theme. Я хочу продолжить нашу тему. On how to fulfill your dreams. Как исполнить свою мечту. Your purpose and the vision that God has given you. Ваша цель и ваше видение, которое Бог вам дал. We're going to be reading from Philippians. Мы будем читать из книги Филиппийцев. Chapter 3. Третья глава. Philippians chapter 3. Филиппийцам третья глава. Starting in verse 13. С 13 стиха. This is the apostle Paul that was writing. Апостол Павел. Brother, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Иешуа Хамашиах. I press toward the mark or the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Иешуа Хамашиах. I want to share with you on how to keep focus. Я хочу поделиться с вами, как держать этот фокус. Keeping focus is primary to you fulfilling your vision and purpose. Держать фокус для вас важен и необходим для того, чтобы цель была достигнута. That's why I believe that the enemy's major tactic. Поэтому я верю, что основная тактика врага is to create distractions. Создать неразбериху или чтобы отвлечение. I found out a long time ago. И я заметил очень долго, давно уже. That Satan doesn't show up in a red suit with pointy ears and a tail. Сатана не появляется в таком красном костюме с рогами и с хвостом. Sometimes it's in little things that can even be good things. Иногда даже это может в хороших вещах, в маленьких вещах отображаться. Little murmurings, murmuring and complaining. Небольшое недовольство и критика. Just little things here and there that create distraction. Маленькие вещи здесь и там, которые нас отвлекают. Because it moves your focus off of where you're supposed to go. Почему? Потому что это отвлекает от того фокуса, куда вам необходимо идти. So how do we keep our focus? И как нам нужно держать этот фокус? Because again, focus is where you're looking. Потому что фокус — это то, на что вы обращаете внимание, на что вы смотрите. What you're paying attention to. На что вы обращаете внимание. As I grew up in a family who owned a construction company. Я вырос в семье, которая имела компанию строительную. I drove a lot of nails with a hammer. И я очень много гвоздей забивала молотком. I found out early on. В раннем детстве я научился. That if my focus moved from the nail, the iron nail, to the fingernail. Я научился правильно забивать гвозди, зная, что мой фокус нужно забить цель моя в гвоздь. I would end up hitting the wrong nail. И если я не сфокусируюсь правильно, то мой палец будет неправильной целью, которая будет в конечном итоге, я побью его. It's about where your focus is. И это зависит, где твой фокус. Where you focus, you begin to get directed that direction. И где ваш фокус, туда идет ваше направление. That's why some people wreck. Поэтому многие люди вот так едут. Looking in the wrong place. Они смотрят неправильное место. Not focused. Они не фокусируются. But when we're focused, но когда мы сфокусированы, and we're not distracted, и мы не отвлечены, we can stay on course. Мы можем стоять на правильном курсе. That's why the Bible teaches us. Поэтому Библия учит нас. Not to turn to the right hand. Чтобы не поворачивались налево. Or to the left hand. Или направо. But to stay focused. Но чтобы мы стояли в фокусе. The Apostle Paul was focused. Апостол Павел был сфокусирован. He didn't get caught up in the distractions. Он не останавливался на
тех вещах, которые его отвлекали. I found, discovered this early on in Christianity. В раннем хождении моем в христианстве, когда я был христианином, я научился. As a new Christian. Как новый верующий. I'd come out of a lot of sin. Я много раньше грешил. And the scripture in Galatians 5:16 came alive to me. И писание Галатам 5:16 стих стало живым для меня. That if you walk in the Spirit, что если ходишь в духе, you'll not fulfill the lust of the flesh. Вы не будете исполнять дела плоти. It's not about fighting sin. Это не имеется в виду, что как вы боретесь с грехом. Fighting the flesh. Борясь с плотью. It's about walking in the Spirit. А вопрос заключается в том, что как ходить в духе. If I walk in the Spirit, если я хожу в духе, the other takes care of the rest. А все остальное заботится о себе. It'll take care of itself. Оно позаботится само о себе. Because my focus is on walking in the Spirit. Потому что мой фокус хождение в духе. If you focus on the do's, и если вы сфокусируетесь на делах, you don't have time for the don'ts. У вас нет времени на тех, которые не нужно делать. God is a positive God. Бог есть Бог позитива. He obviously has faith. И в конечном итоге он имеет веру. For Jesus to go away and to leave the operation of the kingdom of God to human beings. Чтобы Иешуа ушел и оставить всю работу человечеству. He's got to have a lot of faith. И потребовалось очень много веры. Why? Because почему? In spite of us, потому что независимо от нас, he chose to leave it with us. Он выбрал нас, чтобы оставить нам это делать. He knows the frailty of man. Он знает, что человек, он слабый. He knows how weak we are. Он знает, что мы очень слабы. He understands that we're not perfect. Он понимает, что мы несовершенны. So there has to be that aspect of faith. Поэтому должен быть аспект веры. That somehow God is going to work his work. И что Господь будет делать свою работу. And make it complete through us. И он сделает это совершенным для нас. In spite of us. Независимо от нас. We don't live in a perfect world. Мы не живем в совершенном мире. I wish we did. Желал бы я, чтобы мы жили. But it's not a perfect world. Но это не совершенный мир. There's not perfect people. Нету совершенных людей. There's not a perfect pastor. Нету совершенных пасторов. It's not perfect. Нету совершенных. It is what it is. Но есть то, что мы имеем. I openly share this with my congregation. И я открыто делился с моей общиной. That I'm just a man. Что я всего лишь человек. Yes, I have a calling. Да, у меня есть призвание. I have anointing to teach the word of God. У меня есть помазание учить слово. But I have to live this out and apply it to my life. Но мне нужно жить этим и применять это в свою жизнь. Just like anybody else. Так же само, как все остальные. I don't wake up of a morning with angels singing at my bedside. Я не просыпаюсь по утрам и слышу, как ангелы поют над моей кроватью. Helping me on my way for the day. Что они мне помогают в течение дня. When people offend me, когда люди обижают меня, there's not some supernatural thing that comes on me that helps me to forgive. Нету что-то сверхъестественное, которое появляется и помогает мне, чтобы я прошел через эти трудности. No, I have to work through this flesh. Нет, мне нужно своей плотью разбираться. To obey the word of God. Чтобы быть послушным Слову Божьему. To do what's pleasing to Him. Делать то, что Ему угождает. I make sure that the congregation knows that. И я предупреждаю, говорю это своей общине. So that I am not exalted. Чтобы меня не возвышали. It's only by the grace of God. Только по благодати Божьей. His enabling power. По Его силе, которая укрепляет меня, мы можем делать то, что мы делаем. As a pastor, и как пастор, well, let me say this. Разрешите мне сказать вот что. As a young minister, как молодой служитель, I heard a very famous pastor, один great очень pastor. Знаменитый, великий, хороший пастор. Yeah. He pastors the largest church in the world in Seoul, Korea. Он пасторствует самой большой церкви в Корее. Доктор Ян Ги Чо. Доктор Ян Ги Чо.
He said this, and it went into my spirit. Он сказал то, что вошло в мой дух. He said, "Pastors, you will have what you are willing to preach." Он сказал: пастыря, вы будете иметь то, что вы готовы проповедовать. If you want to always preach the problem, если вы хотите все время о проблемах проповедовать, focus on the problem, фокусировать на проблемах, talk about the problem, говорить все время о проблемах, cause everybody to just see the problems, позволять всем, чтобы они видели эти проблемы, you're gonna have a lot of problems. Вы будете иметь очень много проблем. If you're always preaching about sin, если вы будете всегда проповедовать о грехе, oh, the world's bad. О, мир такой ужасен. Everything is full of sin. Все настолько полно греха. Oh, you're sinning. О, вы грешите. You create a focus. Вы создаете этот фокус. That causes more sin. И больше греха приходит. You have to direct them on how to live for God. Вам необходимо направить их, как жить для Бога. How to walk with God. Как ходить с Богом. How to live in the Spirit. Как жить в Духе. Create the right focus. Создавать правильный фокус. And they'll begin to move that direction. И они начнут двигаться в это направление. Concerning this focus that Paul was talking about. Относительно этого фокуса, о котором говорит Павел. What are some lessons that he gave us? Какие уроки он нам здесь дает? Number one. Номер один. You must run your race. Вы должны бежать свой путь. Not somebody else's race. Не чью-то, не чей-то путь. I talked a little bit about this last night. Я немного говорил вчера об этом. Sometimes it's easy to look at what somebody else is doing. Очень легко видеть и наблюдать, как кто-то что-то делает. You look at somebody else having real success. Вот вы смотрите на кого-то, и у кого-то успех. They're being blessed. Они благословенны. It looks like everything's going good for them. И выглядит так, что все прекрасно у них в жизни. But we don't know what they've gone through. Но мы не знаем, через что они прошли. We may not know what they've gone through to get to where they're at. Может быть, мы не знаем, что необходимо сделать для того, чтобы дойти до того места, где они находятся сейчас. We may not understand the race that God has called them to run. Мы не понимаем, может быть, достаточно то ресталище, тот путь, который они должны пройти. We have to be focused on running our race. Нам необходимо быть сфокусированы на наш собственный путь. This truth came alive to me 2 years ago. Эта истина стала живой 2 года назад. My middle daughter. Моя средняя дочь. Her name is Megan. Ее зовут Меган. Megan is about as tall as me. Меган, она по высоте такая, как я. A tremendous athlete. Она замечательный атлет. Got thighs. У нее ноги накачанные. She's strong. Она такая сильная. We play around. She punches me. Мы вместе играемся, и она может даже меня ударить. I try to act like it don't hurt. И я пытаюсь, that you don't hurt. Yeah, I try to act like it don't hurt. И я делаю вид, что меня не болит. It can hurt. На самом деле меня болит. She's strong. Она такая сильная. She was just 14 years old. Ей было 14 лет. And she was running track for her school. Она бегала по беговой дорожке в своей школе. One of the races that she runs, one of the particular events that she runs in. И один определенный событие, на котором она участвовала, It's the 300 meter hurdle. Это беговая дорожка 300-метровая с барьерами. 300 meter hurdle. 300-метровая с барьерами. It's дорожка. It's a very difficult race. Это очень тяжелая такая вот дорожка. Running 300 meters, but also having to leap over the hurdles. И в то же самое время перепрыгивать через эти барьеры. Most young people don't like to run those kind of hurdles. Большинство молодых людей они не любят именно вот этот определенный вид спорта, да, в котором с барьерами. Most of the kids, if they have a choice. И большинство детей, которые, если бы и перед ними дали выбор, I'll run the 50 meter run. Они бы просто пробежали 50 метров. It's easy. Это очень легко. It's quick. Это очень быстро. And then it's over. И все закончено.
300-meter hurdle? А 300-метровка с барьерами – это тяжело. That's a tough race. Это очень тяжело. She was 14. Ей было 14 лет. She's racing against 17 and 18-year-olds. Она соревнуется против 17-летних и 18-летних. I was one of the spotters working the race. You? Yeah, I was having to work the race down on the track. А я работал, я находился там, тот человек, который помогает, и я находился на траве в то время, когда соревнования проходили. All the runners are lined up to start the race. И все бегуны подготовились, чтобы стартовать. When she was 14, she wasn't that tall. И вы знаете, когда ей было 14, она не была такая высокая. All these other girls were taller than her. Все эти девчонки были намного выше ее. The heart of her daddy. Но сердце ее папы was feeling sorry for her. И чувствовало сожаление о ней. Thinking she's probably gonna get beat. Я подумал, что ее побьют. It didn't look like she was gonna have a chance. И выглядело так, что она не было вообще шансов, что она выиграет. They fired the gun to start the race. И вот пистолет поднялся, чтобы включить, чтобы стартовать. All the runners take off running. И все бегуны начали бежать. All the other girls started pulling away from her. И все девчонки начали отдаляться от нее. The gap was getting wider and wider. И отрыв начинался все больше и больше. Until about halfway. До середины это продолжалось. And about halfway, I began to notice that she was closing the gap. И после середины я увидел, как этот отрыв начал уменьшаться. She was closing it faster and faster. Она приближалась быстрее и быстрее. But she wasn't running faster. Но она не бежала быстрее. She was running her race. Она бежала, как она бежала. By the time she was about 3/4 around the racetrack. И когда уже она пробежала 3/4. She was running right with the rest of the group. Она уже вместе с ними соединилась. They turned the last curve coming towards the home stretch. И вот последний поворот. И уже финал. She began to pull away from them. И она начала отдаляться от них. She began to leave them. Она начала их оставлять. 14 years old. 14 лет. She comes into the finish line. Ей было 14 she лет. Won и first она place. Выиграла этот пробег. She won. Она выиграла. I went over to her. Я подошел к ней. And I was telling her what a great job she did. Я говорю, какая прекрасная работа. And she said. Она говорит. She said, Daddy. Папа. She said, everything in me, when those girls ran off and began to leave me at the start of the race. Во мне говорило, когда эти девочки начали отдаляться от меня. In other words, my flesh, my mind was saying, you gotta catch up. Вся моя плоть, все во мне говорило, тебе нужно догнать их. But I could hear the voice of my coach. Но я слышал голос моего тренера. Tell me, run your race. Беги свой пробег. Don't worry about the others. Не думай о других. Run your race. Беги свой пробег. And she said the temptation was to hurry up, try to catch up. И говорит, у меня было такое испытание, чтобы усилить свой бег и догнать их. But she said she obeyed the voice of her coach. Но она говорит, но я была послушна голосу моего тренера. I will run my race. Я буду бежать свой пробег. And she won. И она выиграла. She ran a race. Она выиграла этот пробег. If we get tempted to look at other people. Если мы искушаемся, смотря на других людей. Oh, I want to do that. Oh, я хочу это делать. Oh God, I will bless me like you blessed them. О Боже, благослови меня, как ты их благословил. We'll get off focus. У нас фокус будет отдален. We'll not run our race. Мы не сможем пробежать. We have to run our race. Нам нужно необходимо свое ресталище, свой пробег пройти. The principle of this принцип этого is about knowing what we're called to do. Заключается в том, чтобы мы знали, в чем мы призваны делать. I can't do what somebody else is called to do. Я не могу делать то, в чем призван другой. I have to be faithful to what God has called me. Я должен был призван делать то, к чему Бог меня призвал. We instill this into the heart of our church. И мы это вселяем. Эту мысль в сердца нашей церкви. Our congregation understands. Наша община понимает.
There are a lot of other congregations in our community. Очень много есть общин в нашем городе. Lots of different styles and different types of churches. Различные стили и типы церквей есть. But we have to be who God called us to be. Но мы должны быть теми, которыми Бог нас призвал быть. In doing that, we must find the iron in our culture. Мы должны найти свое железо в нашей культуре. There is a principle. Есть один принцип. Throughout the Old Testament, проходя через Старый Завет, as you read through the scripture, читая Писание, up through, all the way through Judges, и до книги Судей, the children of Israel would face iron chariots. Дети Израиля, они встречались колесницами, которые были сделаны из металла. Other nations had the art of iron. Другие народы, они умели производить металл, они умели работать. Israel did not obtain this. Но Израиль, он не знал, он не мог делать эти колесницы. Until David, when he was running from King Saul, до тех пор, пока Давид, когда он убегал от царя Саула, went to spend time hiding out with the Philistines. И он пошел и упрятался у филистимлян. While he was there, и в то время, когда он был там, he observed the making of iron. Он наблюдал, как они куют железо и как они используют. When David returns to Jerusalem, и когда Давид возвращается в Иерусалим, then you begin to see Israel. Тогда мы видим, как Израиль using even the weaponry. Начинает использовать оружие. For war against the enemies of Israel. Начинает использовать оружие из железа, которое будет потом использовано против своих врагов. We have to understand the culture in which we live. Нам необходимо понимать ту культуру, в которой мы живем сегодня. Do you understand culture within your community? Понимаете ли вы, что есть культура в том обществе, в котором вы живете? Cities are different. Даже города, они разные. Just while I've been here in the Ukraine. Даже когда вот я приехал сюда в Украину. We've traveled to different cities. Мы ездили в разные города. There's a difference in those cities. И даже в городах есть разница между городами. I believe. И я верю. Each of those cities has a certain culture. Каждый город имеет свою культуру. There may be certain cultures that make up that city. Может быть, есть культуры внутри, которые, ну, There are different maybe individual cultures that make up the overall culture of the city. Может быть, есть те индивидуальности, которые составляют эту общую культуру. Where I live in San Angelo, Texas. Где я живу, в городе Сан-Анджело, Техасе. It's West Texas. Это западный Техас. It's not Dallas-Fort Worth, where Pastor Owen lives. Это не Даллас и Форт Уорт город, где пастор Оуэн живет. It's a different atmosphere. Это другая атмосфера. A different makeup of mindset and people. И даже люди думают по-другому. In West Texas, it's rural. В западном Техасе. More farming and ranching. Больше фермеров и больше земледелия. It's still fairly large. It's 100,000 people. И все равно это большой город, 100 тысяч человек. But it's not connected anywhere close to any other big cities. Но ничего похожего нету с большими городами. There are things that I have to be sensitive to. Есть вещи, которые мне необходимо быть чувствительным к тем вещам. That are in my city. Которые находятся в моем городе. That are different from other cities. И которые другие, они совершенно разные, чем в других городах. Our calling and vision that we believe God has given us. Наше призвание и наше видение, которое мы верим, что Бог нам дал. Is to be a community-based church. Чтобы быть церковь, которая основана на общении. We believe that there is a commission from God to see that comes out of the book of Nehemiah. Мы верим вот как история, которая описывается в книге Неемии. Where we are called to seek the welfare of the people. Где мы призваны, чтобы мы помогали людям, чтобы им лучше жилось. Now that didn't just happen instantly or overnight. Это не случилось вот так вот в одну ночь. We had to discover this.
Нам необходимо было найти это, раскрыть. We had to do what Jesus said do in Matthew chapter 9. Нам необходимо было найти то, что Иешуа говорит в Матфея 9 глава. I want to look at that. Откройте, пожалуйста. In Matthew chapter 9. Матфея 9 глава. Very, very important principle. Очень, очень важный принцип. How many of you feel like that you want to be able to reach more people with the gospel? Сколько из вас здесь присутствующих имеет желание достигать больше людей Евангелием? Сколько из вас? It's the Great Commission. Это великое поручение. That was some of the final words that the Messiah told us to do. Это одни из самых последних слов, которые Мессия сказал. We're to be obedient to him. И нам необходимо быть послушными ему. Jesus went about doing good. Иешуа шел и делал добро. He was after seeking those who were lost. Он шел и искал заблудших. All the way through the Gospels, we see where he was looking to reach out to people. Читая Евангелие, мы можем прочитать, что он везде шел и искал людей. And he would discover where they were. И он раскрывал, где они находились. Like the woman at the well. Как та женщина у колодца. And then he would build a bridge. И потом он начинал строить мост. Maybe of conversation. Может быть, этот мост заключался в разговоре. Maybe of prophetic word. Может быть, это было пророческое слово. Maybe through acts of service. Может быть, это через действие служения, послужить, сделать что-то для Maybe through healing. Может быть, это через исцеление. But he would build bridges to where people were. Строил мосты там, где люди находились. To draw them into the kingdom of God. Чтобы привлечь их в Царство Божье. This was Jesus' heart. Это было сердце Иисуса. It says in verse 35 of Matthew chapter 9. В 35 стихе в 9 главе написано. Jesus went about all the cities and villages. I'm going to read verse 35. Matter of fact, let me just read it all the way through to the end. Okay, verse 35 through 38. I'll read a verse and then you read a verse. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. И ходил Иешуа по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. This is pretty powerful ministry. Это очень сильное служение. He's healing the sick. Он исцеляет больных. He's healing every disease. Он исцеляет всякую немощь. He's been out preaching and teaching. Он проповедует и учит. He's doing ministry. Он делает служение. But then here in verse 36. Но в 36 стихе. But it was when he saw the multitudes. Но когда он увидел народ, then he was moved with compassion. Он жалился над ними. What? Что? There's verse 35, he's doing ministry. В 35 стихе он такое служение делал. But he's not moved with compassion yet. Что? Он не жалился тогда. He's healing the sick. Но он исцелял больных. He's preaching and teaching. Он проповедовал и учил. But it wasn't until later. Но не было до тех пор, пока потом. Until he saw. Когда он увидел. The multitude. Толпы. His focus. Его фокус. Got on the multitude. Он был обращен на толпы. Why? What was the problem? В чем проблема заключалась? They were weary and scattered. Они были изнурены и рассеяны. Like sheep not having a shepherd. Как овцы, не имеющие пастыря. I believe this is still the needs of humanity. Я верю, что это до сих пор сейчас есть нужда человечества. They have been harassed. И над ними издевались. By devastations in life. Всеми трудностями, которые были совершены в их жизни. Harassed by the enemy. Они были насмеяны врагом. Harassed by sin and failure. Они осмеяны грехом. Harassed by shortcomings of others. Осмеяны другими вещами, которые исходили от других людей против них. Just as the people were harassed in that day. И в то время, когда над ними издевались. Just as the people were weary and fainting in that day. Так как тогда, в тот день, они были изнурены и рассеяны.
People are in the same condition today. Люди сегодня в той же самом состоянии. Which also created them to be scattered or disconnected. И это им позволяет быть рассеянными и рассеянными и кучковаться. Like sheep not having a shepherd. Как овцы, которые не имеют пастыря. So we see there is a problem of humanity. И видите, есть проблема в человечестве. But Jesus gives us a solution for that. Но Иисус говорит нам решение. He tells us clearly right here. Он говорит вот здесь нам. Here is the problem. Вот проблема. Here is the solution. Но вот разрешение этой проблемы. The problem of humanity. Проблема человечества. Here is the solution. И вот решение. Every sheep needs a shepherd. Овца нуждается в пастыре. There is pastoral anointing that you carry. Есть пастырское помазание, которое вы имеете. If you are a local pastor of a congregation or church. Если вы пастырь церкви или общины. You carry an anointing from God. Вы несете помазание на себе. That is able to release ministry life. И это которое позволяет высвобождать служение в жизни людей, чтобы овцы прикоснуться к овцам. That cares for the people. И заботится о людей. That brings them in. Чтобы приглашать их. Too many pastors beat the sheep. Слишком много пастырей бьют овец. They're mad at sin. Они настолько злятся. They're mad at the world. Они злы на грех, они злы на мир. Many of them are mad at their own weakness and their own failure. Многие из них они злятся на свои слабости. So they preach hard against it. И вот они проповедуют очень тяжело. I think some of them are trying to scare the sin away from themselves. И многие из них даже пытаются, чтобы делая это, разогнать грех подальше от себя. And all they end up doing is beating the sheep. И все, что они делают, они бьют овец. Rather than loving the sheep. Вместо того, чтобы любить их. Jesus said he was the good shepherd. А Иисус сказал, что он есть пастырь добрый. He didn't beat the sheep. Он не бил овец. He cared for the sheep. Он заботился о них. He's the good shepherd. Он хороший пастырь. He only took the rod against the enemy. Он единственно брал и бил врага. Not against the people. Но не людей. He loved the people. Он любил людей. Find the iron in your culture. Найдите железо в своей культуре. We've worked through discovering that in our city. И мы работали, и мы нашли это в нашем городе. We're very involved in our community. Мы очень вовлечены в нашем обществе. Let me give you the next point. Разрешите мне дать следующий пункт. Number two. Номер два. How do I keep my focus? Как мне держать этот фокус? Number one, we said run your race. Первое, мы сказали, что нужно бежать свои дороги. Свое поприще. Number two, do not get satisfied with where you're at. Второе. Don't get satisfied. Не будьте удовлетворены в том месте, где вы находитесь. With where you are or где вы находитесь или что, чего вы достигли. Sometimes we get we are able to arrive at certain levels. Иногда мы доходим до какого-то уровня. We get certain things accomplished. И мы достигаем определенных вещей. Sometimes we can get comfortable. И иногда мы чувствуем себя очень безопасно. И комфортно. It's good. О, это хорошо. Several years ago. Несколько лет назад. I had a guest minister come to preach at our church. В нашу церковь пришел один гость и проповедовал мне. We were in the middle of raising money for a new building. И в то время мы как раз собирали деньги для здания, которое мы строили. It was a big project. И это был очень большой проект. Completely relocated. Это был совершенно в другом месте. New property, new buildings, everything from scratch. Новая земля, новое строение, все новое было. Where we were currently at. Где мы в том настоящем. It was an okay building. Там, где мы находились, было здание, нормальное здание. It was all paid for. Было выплачено, мы ничего не должны были никому. It was good. И было хорошо. And yet we knew that God had called us to relocate. Но тем не менее мы знали, что Бог призывает, чтобы мы переехали. We were simply trying to obey what God had told us to do. Мы просто всего-навсего хотели быть послушны и делать то, что Господь нам сказал сделать. The minister friend had come in to preach for me. И этот проповедник, друг, приехал проповедовать.
He knew that we were struggling to raise the money to be able to go do this. И он знал, что у нас была проблема, как собрать эти деньги, чтобы переехать в то место. He saw the good fight of faith that we were fighting. И он видел ту веру, в которой мы стояли. It was a very challenging time. И то время было такое очень серьезное, где нам вызов был брошен, и мы с этим боролись. He said to me. И он сказал мне. Oh, brother. Oh, брат. Why do you want to go do that? Everything you've got is paid for. It's wonderful. Почему тебе нужно туда пойти в то место, когда у тебя здесь все уже выплачено? He said, most pastors would cut their arm off to have what you have. Многие пастыря, они себе руку отрежут только для того, чтобы иметь то, что ты имеешь сейчас. Just enjoy life. Наслаждайся жизнью. Just, it's okay. Это нормально. I said, I rebuke you in Jesus' name. И я сказал, я запрещаю тебе говорить во имя Иешуа. That was a temptation to get comfortable. Это было искушение, чтобы чувствовать себя комфортно. To just look at what I had. Посмотрите, что я имел. The accomplishments that we had accomplished. Достижения, которые мы достигли. Paul said in Philippians. Но Павел говорит филиппийцам. I'm not satisfied with where I'm at. Я не удовлетворен в том месте, где я нахожусь. I count everything up to this point as loss. Все, что я достиг до этого. I'm looking for the upward call of God. Но я ищу более высшего призвания. I'm pressing for the goal. И я достигаю, я принимаю, я усилия использую. I refuse to get satisfied with where I'm at. Я отказываюсь быть там, где я нахожусь. I want to improve. Я хочу усовершенствоваться. I want to move in the things of God in a greater way. Я хочу двигаться в тех вещах Божьих и идти вперед. But you have to determine to work at it. Но вам нужно определиться. You may have gifting and talent. Может быть, у вас есть дары и таланты. Yes, you may have some anointing. Да, возможно, у вас есть помазание на вас. But you have to work diligently at it. Но вам нужно усердно работать. To improve all that God has blessed you with. Чтобы усовершенствоваться в тех областях, которые Бог дал вам. Some of the musicians that are up here. Музыканты здесь пели. I'm sure that they have a wonderful gift. Уверен, что у них прекрасные дары. But tell me the truth. Но расскажите мне правду. Don't you have to practice? Нужно практиковаться. Don't you have to work at getting better? И нужно вам тренироваться, чтобы быть лучшим. Нам нужно. You have to work at it. Вам нужно работать в этом направлении. If you want to be a better preacher, если вы хотите быть лучшим проповедником, to communicate with people better, чтобы общаться с людьми лучше, work at it. Работайте над этим. Stop giving a cop out and saying, well, you know, I got a gift. Перестаньте лежать и говорить, о, у меня такой дар. God's anointed me. Бог помазал меня. Work at getting better. Работайте над этим, чтобы быть лучшим. You want to be a better pastor? Хотите быть лучшим пастырем? I believe you do. Я верю, что вы хотите быть лучшим пастырем. I think that's why you're here. Поэтому вы здесь. Hopefully it's not just for social time. Надеюсь, что вы не приехали сюда только для того, чтобы пообщаться. Hopefully it's not just because you needed a vacation from the sheep. Надеюсь, что вы приехали сюда не потому, что чтобы отдохнуть от овец. But that you have in your heart to, I want to improve. Надеюсь, что вы пришли для того, чтобы ваше сердце, оно совершенствовалось. Аминь. Don't be satisfied with where you're at. Не будьте удовлетворены тем местом, где вы находитесь. Keep the focus. Сфокусируйтесь. On where you want to be. Где вы хотите быть? What you want to accomplish. Что вы хотите достичь? Number three. Номер три. If you're going to keep your focus. Если вы хотите быть в фокусе. You must look at what you're going to, not at what you're going through. Вам необходимо, если вы хотите постоянно быть и находиться в этом фокусе, вам необходимо смотреть, куда вам нужно идти, а не через что вам нужно пройти. Again, the enemy will throw up obstacles. Потому что враг будет бросать вам препятствия. A distraction. И отвлечение, чтобы отвлечь вас. To try to get you to look from where you're going. Он попытается отвлечь.
отвлечь вас, чтобы вы не видели, куда вам нужно идти. To begin to focus on what you're going through. Чтобы вы начинали фокусироваться на тех вещах, которые стоят препятствием перед вами. Trouble comes. Трудности придут. Things happen. Вещи происходят. It doesn't always work out the way we think it should. Не всегда происходит так, как мы хотим или как оно должно быть. We face challenges. Мы встречаемся с трудностями. The ministers that are here have been trying to open our hearts up to let you witness and know some of the challenges that we face. И служители, которые здесь служат вам, они пытаются раскрыться перед вами, сказать, что какие трудности бывают. Somebody said, "Well, Christianity is like a bed of roses." И кто-то сказал, "О, христианство вообще это как куст роз." Looks beautiful but has thorns. Выглядит красиво, но имеет много шипов. We go through things. Знаете, мы проходим через трудности. I was reading a book. Я читал одну книгу. The writer was Pat Williams. И Пэт Уильямс, автор этой книги. He was and still is involved in managing NBA basketball teams professionally. Он до сих пор является менеджером баскетбольных команд. Very high level manager. Он менеджер очень высокого уровня. Years ago, he was managing the Chicago Bulls basketball team. Много лет назад он был менеджером Chicago Bulls команды. He was really struggling in his life. И в своей жизни он проходил через определенные вещи. So he took his pastor to lunch. И он пригласил своего пастора на обед. He's there at lunch talking to his pastor. И во время обеда он начал говорить со своим пастором. He begins to tell his pastor of all his problems. И он начал пастору говорить о всех своих проблемах. My marriage is struggling. О, мой брак в проблеме. I'm having trouble with my kids. У меня проблемы с моими детьми. My coaching career is struggling. В моей карьере как тренер тоже проблема. We're not successful. We're losing the games. Мы неуспешны. Мы проигрываем. He was just pouring his heart out of all the problems he was having. Он изливает свое сердце перед пастором и в тех проблемах, которые он проходил. Pastor Warren Wiersbe was who he had taken to lunch. Пастор Уоррен Уиерсби, это был его пастор, которого он пригласил. Recognize, he is a great writer. И может быть вы даже читали книги, он прекрасный писатель, его книги, возможно, вы читали. Pastor Warren is sitting at the lunch table with Pat. И пастор Уоррен сидит и с Пэтом обедают. Pat is telling him all his problems. И Пэт говорит все свои проблемы ему. He thinks he's going to get some comfort from his pastor. И он ожидает, что пастор его похлопает и он его успокоит. Thinks, oh, my pastor loves me. He'll help me. И он мне поможет. He said his pastor looked at him. И он говорит, что пастор посмотрел на меня. Leaned across the table. Он перенагнулся вот через стол. And he said these words to him. И он сказал вот эти слова ему. Pat, don't let your suffering be in vain. Не позволь твоим страданиям попросту, чтобы они ушли. What are you going to learn from it? А позволь, чтобы ты научился от них. Через них. What will you learn from the experiences? Чему ты научишься, проходя через этот опыт? In the midst of your struggle and your battles. Посреди своих сражений. You have to focus on where you're going to. Тебе необходимо сфокусироваться, куда тебе нужно идти. Not what you're going through. А не через что ты проходишь. This coming fall. И в эту осень. 2 years ago. Два года назад. Этой осенью, два года назад. We were growing at a very rapid rate. Мы росли очень быстро. Many, many new people coming to Jesus. Много новых людей приходило к Иешуа. We had just built our big new 30,000 square feet building. И вот мы построили такое большое здание. Beautiful new facility out on the main loop of the city. Прекрасное здание, которое на одной из основных дорог города мы построили.
We were growing very rapidly. И очень-очень быстро народ приходил, и мы умножались. We were doing two Sunday morning services. У нас два собрания утром, в воскресенье мы делали. We were 10 days away from going to three services. И вот через 10 дней мы должны были начать третье служение. And I got a phone call one morning real early. И рано утром мне позвонили. My youth pastor had been found in a park having sex with a teenager. И моего молодежного пастыря нашли в машине на церковной парковке, где он имел секс с подростком. Very, very bad. Очень-очень плохая ситуация. In America, it's a violation of the civil law. В Америке это нарушение гражданских прав. It wasn't just an adulterous affair. Это не было взрослое, это было сделано с несовершеннолетним. He had a wife and children. У него были жена и дети. His wife was expecting at the time. В то время его жена ожидала следующего ребенка. It was the church was doing wonderful. В церкви дела шли превосходно. And now this happened. И сейчас вот что произошло. Because we're a large church in the city. И из-за того, что мы большая церковь в этом городе. I have spoken out against things in our city that needed to be addressed. И мне пришлось даже перед городом выступать и объяснять эту ситуацию. Weekly we're on television as well. И каждую неделю у нас даже есть программа на телевидении. So the city knows that our influence. Поэтому город знает наше влияние в этом городе. So the media came in. И поэтому телевидение пришло к нам. They began to like they were celebrating our loss. И такое ощущение было, что они праздновали победу, и поэтому с победой они пришли к нам. Front page of the newspaper. Четыре главные страницы были описаны о нас. On the television news programs. И все новости на телевидении были о нас. Our church's youth pastor had failed. Пастырь молодежный, он упал. Very, very hurtful time. Это было очень-очень больное время. Our young people and families were hurt deeply. Молодые люди и семьи, они были, тоже боль пришла очень глубоко в их сердца. The police investigators had come into our church. Полиция и следователи, они пришли в нашу церковь и начали расследование. Investigating not only the church, but we also have a Christian school. Они расследовали не просто церковь, но также христианскую школу, которую тоже мы имеем, руководим ею. They were questioning all the young people. Они расспрашивали всех молодых людей. Trying to build a case against him. Они пытались еще дело открыть против него. People began to leave. Люди начали уходить. People began to just not want to be there. Люди не захотели больше быть с нами. Our church was a very evangelistic church. Наша церковь была очень евангелистическая церковь. And now people did not want to share where they went. И тут люди не хотели делиться, даже куда они ходят в церковь. They were ashamed. Потому что им было стыдно. This shame had come over us. Стыд покрыл нашу церковь. We continued to decline. И мы начали уменьшаться. Until about this last March. И мы уменьшались до вот этого марта. But at the 1st of March, we started seeing a turnaround. И 1 марта мы начали видеть восхождение. God's moving us back. Бог ведет нас, поднимает вновь. But during that time, но в то время, we were 10 days away from doing three services. Мы были на грани того, что 3 дня до того, как мы должны были начать еще одно служение. Not long after that happened, we didn't even need two services. И недолго до этого мы не вмещались в два служения. But did I change? Did I change to one service? До марта вот этого года мы людей из-за того, что было уменьшение, мы даже на два служения не тянули, и мы хотели даже на одно служение. Но я перешел на одно служение? Нет, не перешел. No, I did not change. Нет, я не изменил. I did not focus on what I was going through. Нет, потому что я не сфокусировал
на что я проходил, через что я проходил. I focused on what I was going to. Я фокусировался на то, куда я иду. We started the three services anyway. Мы тем не менее начали три служения. And we continue today with three services. И мы сегодня продолжаем три служения. They're starting to grow again. И начинают опять расти. They're growing. Эти служения растут. What would have happened if I would have even cut off more services? Что бы случилось, если бы я обрезала эти служения? I think that it would have created more negativity. Я думаю, что я бы создал больше негативного. More perception in the people's minds. Больше впечатления, чтобы у людей в их разумах оставалось. That it's bad, bad, что bad. Плохо, плохо, все так плохо. But no, my job is the pastor. Но нет, моя работа пастыря. Was to stand strong and stabilize. Заключается в том, чтобы мне необходимо быть сильным и стабилизировать ситуацию. Was it easy? Легко было? No, it was not easy. Нет, не было легко. Thank God that I had His strength. Спасибо Богу, что Он мне дал силу. I had other great men around me, like Pastor Owen. И у меня возле меня оказались все сильные люди, великие, такие как Пастор Олан. They came to help support us. Которые пришли, они помогали поддерживать нас. They were praying for us. И они молились за нас. That helped us through that time. Они помогли нам пройти через это время. Amen. Аминь. Let me give you the last one. И скажу вам последнее. Number four. Четвертое. To keep your focus. Держать свой фокус. You must never ever quit. Чтобы удержать свой фокус, вы должны никогда, никогда не бросать. You cannot quit. Вы не можете просто отказаться. Other people, they may quit. Многие люди, они просто бросают. You as a leader cannot quit. А вы, будучи лидерами, вы не можете отказываться. Now you may have to find help in time of respite. Может быть, вам необходимо пойти искать помощь, чтобы вам помогли. But in times of struggle, of keeping your focus. Когда трудности приходят, в то время, когда вы пытаетесь держать фокус. You can't quit. Вам нельзя сдаваться. A famous writer and speaker in the U.S. Знаменитый писатель в Соединенных Штатах. He's gone to heaven now. Сейчас он на небесах. His name is Dr. Edwin Lewis Cole. И его зовут Эд Кол. He wrote a lot of books for men. Он написал очень много книг для мужчин. Dr. Cole he coined this phrase. Доктор Кол любил говорить это выражение. He says, "Winners never quit." Он говорит, победители никогда не сдаются. And quitters never win. А те, которые сдаются, они никогда не побеждают. If you quit, you never win. Если вы сдаетесь, вы никогда не выиграете. You have to stay in the fight. Вам необходимо держаться и быть в сражении. Trouble may come. Трудности придут. But trouble will go. Но трудности уйдут. A few years ago. Несколько лет назад. We were on a airplane. My wife and I were on an airplane. Я с женой летел в самолете. We were about to take off. И в тот момент, когда уже самолет должен был взлететь. This was on a private airplane. Это был частный самолет. So it's a smaller airplane. А частный самолет немного меньше. It's pouring down rain. И дождь пошел. Lightning, a storm had come in. И в общем гроза настала. Solid thick black cloud. Такие темные облака опустились. A mean, violent storm had come in. Такой очень сильный, такой жестокий ураган. Ураган, а гроза. My wife reached over and grabbed my hand. И моя жена схватила меня за руку. As we began to take off. И в то время, как мы поднимались. She was concerned. Она беспокоилась. She began to squeeze. И она начала держать мою руку сильнее. Harder and harder. Сильнее, сильнее, сильнее. Very hard. Очень, очень сильно. She was concerned about the storm. Она беспокоилась, потому что гроза настала. We were in a little plane. А мы были на маленьком самолете. It was a struggle getting through it. И мы беспокоились, как же мы взлетим. But all of a sudden, we broke through the clouds. Внезапно мы пролетели через эти облака. The sun was shining. А там солнце светило. White clouds everywhere.
Белые облака везде. We were above the storm. Мы были над грозой. There was still a storm down there. Там все еще гроза шла. Everybody beneath it was still experiencing the wrath of it. И все внизу, они все испытывали гнев этого шторма. But we were above the storm. Но мы были над грозой. No rain. Не было дождя. No lightning. Не было молнии. No black clouds. Не было этих темных облаков. We had soared above. И мы начали лететь над облаками. If you're going through the storm, и если вы проходите через грозу, через шторм, here's the lesson I want you to hear. Вот урок, который я хочу, чтобы вы услышали. My wife turned to me. Моя жена повернулась ко мне. She said, when we were in the storm, это как когда мы пролетали через грозу, it didn't look like the sun was shining. Не выглядело так, что солнце сияет. But she said, as we broke through the storm, но когда мы пролетели, the sun was still there. Солнце все еще было там. The sun was still shining. Солнце все еще светило. I'm believing that if you're in the storm, я верю, что если вы проходите через шторм, that storm will pass. Этот шторм уйдет. There will be a new day dawn on your life. Придет новый день. И новый рассвет придет в вашу жизнь. But you can't quit. Но вам не нужно сдаваться. If you quit, you'll never win. Если вы будете сдаваться, вы никогда не победите. Can I share one more story? Еще одну историю. Могу я с вами поделиться? Аминь. Several years ago, несколько лет назад, I had a guest minister come. Ко мне приехал. Has a lot of signs and wonders in his ministry. Приехал гость, который через которого Бог действовал в чудесах и знамениях. Very powerful gift. Очень сильный дар. We had marketed or spread the word that this evangelist was coming. И мы везде разрекламировали, что этот евангелист приезжает в нашу церковь. We had a lady in our church. И у нас была женщина в церкви. That had a nerve disease in her body. У которой была болезнь, связанная с нервами, болезнь, нервная болезнь в теле. When this first happened to her, и когда это впервые случилось с ней, they called me to come to the hospital. Они позвонили мне, чтобы я приехал в больницу. I went to the hospital and she was laying there. Я пошел в больницу и я видел, как она лежала там. Her eyes closed. Глаза закрыты. Could not move, completely paralyzed. Она не могла двигаться, потому что была парализована. All you could see is her eyelids fluttered just a little. Все, что вы могли видеть, это как глаза ее чуть-чуть дрожали и полуоткрыты были. Could not move her fingers, could not move her toes, could not move any part of her body. Не могла двигать пальцами или ногами или любыми конечностями тела. She said she was. It was like she was held prisoner in her own body. She was in there. She could hear. She could see. Было ощущение того, что она говорила, что она чувствовала, как она сама пленник находится в своем собственном теле. I began to pray over. И я начал молиться. And as I was praying, и в то время, когда я молился, I sensed that she was having a real struggle. Я почувствовал, что она борется с чем-то. Receiving healing. Она борется принимать или не принимать исцеление. Because in her mind she didn't deserve it. Потому что в ее разуме она не заслуживает это исцеление. So I knew there was a battle that was going. Я видел, что идет борьба. But I went ahead and prayed for her. Но тем не менее я пошел и начал молиться за нее. Her sister had come in the room. И в то время зашла ее сестра в эту комнату. I began to pray strong prayer over her. И я начал очень сильно молиться за нее. Nothing was happening. Ничего не происходило. I got a little bold. И я стал смелее. I had her sister grab her eyelids and pull them open. И я попросил ее сестру, чтобы она взяла пальцами своими открыла глаза ей. I began to command her to begin to move again. И я начал приказывать ей, чтобы она могла двигаться. Her eyes stayed open. Глаза остались все еще были открыты. She began to have some movement. И она начала движение иметь. But it was a very slow process. Но это был очень медленный процесс. They had sent her to Dallas, Texas. И они послали ее в Даллас, Техас. But there the doctors did all they knew to do. Но там доктора сделали все, что они знали, что можно сделать. All she got back was just as far as movement was just to her waist. И по окончанию лечения все, что она могла делать, это двигаться до поясницы. She was still paralyzed from the waist down. С поясницы вниз
она все еще была парализована. She had to wear a diaper. Ей приходилось носить ее памперсы. No control of her потому что она не контролировала все, что было ниже пояса. She felt more devastated. Она еще хуже стала себя чувствовать. She couldn't be a mother to her children. Потому что она не могла быть матерью для своих she детей. Felt she couldn't be a wife to her она husband. Не смогла быть женой для своего мужа. She couldn't, clean the house она and не take могла care of things. Убирать дом и делать вещи. She stopped coming to church. Она перестала ходить в церковь. Very, very depressed. Очень в большой депрессию впала. She wanted to end her life. Она хотела закончить жизнь свою. And she had been praying for God to heal. И вот она молилась, чтобы Бог исцелил ее. We knew the struggle she was in. И мы видели, мы знали через те сражения, через которые она проходила. I knew that I was, as her pastor, was having to teach her about healing. И я знаю, что как пастор я обязан и должен был учить ее о исцелении. And how to work through the self-image problem she was having. И как помочь ей, чтобы она думала себе. Как нужно. So that she would feel worthy to receive what God had for her. Чтобы она чувствовала, что она достойна принять исцеление. The evangelist preached. Евангелист проповедовал. Great message. Сильное послание. We were going to have several services. И мы должны были иметь несколько служений. So he wasn't going to pray for people that morning. И в то утро он не должен был молиться за людей. He just simply taught the word of God. Он учил Слово Божьему в то утро. Of God's miracle-working power. Но Божья чудесная, чудотворяющая сила. Faith comes by hearing, and hearing by God's word. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. He was building their expectation. Он строил, он подготавливал их ожидания. And then invited them to come back. For the evening service. И он пригласил их, чтобы они пришли на вечернее служение. So he, after he was done preaching, he left the platform. И после того, как он закончил проповедовать, он пригласил, он пошел. Went back to the prayer room. И со сцены сошел и пошел в молитвенную комнату. This lady, she was there in her wheelchair. А эта женщина находилась там в инвалидной коляске. As he was walking past her. И когда он проходил мимо нее. He looked at her. Он посмотрел на нее. He didn't see faith that she would be able to be healed. Он не увидел веру. God had shown him where she was. Он не увидел веру в ней, что она имела веру, что она готова принять исцеление, потому что Бог показал ему. But her teenage son was standing there behind the wheelchair. Но там стоял подросток, мальчик, сын ее, который держал, который вел эту коляску. When he looked and met eyes with this teenage boy. И когда его глаза соединились с глазами этого мальчика, подростка. He felt pulled in his heart. Он что-то почувствовал влечение в своем сердце. By the faith and the desire of this young man. Он влечение увидел веры, которую имел этот мальчик в его глазах. To see his mother healed. Которого он увидел, что он хотел, чтобы его мама была исцелена. So he said, young man, bring her back. И он сказал, молодой человек, приведи ее туда назад. One of our other pastors had come up to close the service. Один из наших пастырей вышел на сцену, чтобы закончить служение. My wife and I walked back there with the evangelist. А моя жена пошла с евангелистом в молитвенную комнату. Closed the door. Закрыли комнату. We were there with the woman and her family. И вот мы оказались в молитвенной комнате с этой женщиной и ее семьей. The evangelist looked at her. И евангелист посмотрел на нее. He said, "Why have you come today?" Он спросил, почему ты пришла сегодня? She said, "That I might be healed." Это чтобы я была исцелена. He said, "Then I want to pray for you." Тогда я хочу помолиться за тебя. And so he began to pray over her. И он начал молиться за нее. He began to break off the stronghold. Он начал разрушать твердыни. The stronghold of religious mindset. Он разрушал твердыни религиозного такого понимания. Of feeling unworthy. Что она чувствовала себя недостойной. After he was done praying for her. После того, когда он закончил молитву. He said, "Woman, begin to rub your legs." Женщина, начни трогать свою ногу, попробуй ногу свою. She looked up at him with a strange look. Она посмотрела на него с таким странным взглядом. And began to kind of barely rub. И она начала вот так вот трогать свою ногу. He looked at her. Поглаживать. He looked at her. Он посмотрел на нее. He said, "What are you doing?" Что ты делаешь? I thought you wanted to be healed. Я думал, что ты хочешь быть исцелена. Don't you want to be healed? Что ты не хочешь быть исцелена? She said, "Yes." Она говорит, да. He said, "I said, rub your legs." Я сказал. Ну, почеши свою ногу. So she began to rub a little more. И она начала вот так вот и сильнее. We're standing there watching.
А мы смотрим. My pastor's heart. Сердце пастыря. Wanted to protect her. Хочет защитить ее. This evangelist was getting rough. Этот евангелист он немножко жестко с ней говорил. But he knew what he was doing. Но он знал, что он делает. And I had to trust that God was at work. Но мне пришлось доверять, что это Бог делает эту работу. So now she's rubbing a little harder. И в то время, когда она массажирует эту ногу. But he looked at her and he said, "Stop, stop, stop." Он говорит, перестань, перестань. He said, "Look at me." Посмотри на меня. What did you want God to do for you? Что ты хочешь, чтобы Бог сделал для тебя? To heal me and get me out of this wheelchair. Я хочу, чтобы Бог меня исцелил и поднял меня с этой инвалидной коляски. He said, "Then I said, rub your legs." Да, я тебе говорю, массажируй свою ногу сильно. She began to cry. Она начала плакать. She began to rub her legs. Она начала массажировать очень сильно свою ногу. Violently, she began to rub her legs. Очень сильно, сильно, усиленно. And as she was rubbing her legs, и в то время, когда она массажировала свою ногу, her right leg went. Ее левая нога просто выскочила. Right. И правая. It's sticking straight out. И вот так вот ровно стало. She's surprised. И она удивлена. We're looking. И мы все смотрим. We're surprised. Мы удивлены. She stops. И она останавливается. He said, "Don't stop." Он говорит, не останавливайся. Don't quit. Не сдавайся. Keep rubbing. Продолжай массажировать. If you quit, если ты сейчас остановишься, you won't win. Ты не победишь. Keep rubbing. Продолжай массажировать. So she starts rubbing some more. Она начинает массажировать больше. The left leg comes out. Левая нога поднялась. Now both legs are sticking straight out. И две ноги уже стоят. She's crying. И она плачет. We're crying. Мы плачем. We're like, wow, God. О, Боже. She says, "I want to get up." Она говорит, я хочу встать. He said, "Don't you dare get her up. Don't you dare get her out of the wheelchair." Мы хотим помочь ей встать. Они говорят, не помогайте ей. He said, "Don't quit." Не сдавайся. Keep rubbing. Продолжай массажировать. So she keeps rubbing. И она продолжает массажировать. And she just starts trembling in the power of God's arm. Она начинает дрожать от силы Божьей. He said, "Now get her up." Он говорит, а теперь поднимите ее. We grabbed her and started to try to lift her up out of the wheelchair. И мы начали поднимать ее из коляски. 10 months she had not used her legs. 10 месяцев она не использовала свои ноги. Atrophy had set in. No movement, no muscle. Не было вообще движения. Трофировались мышцы. But as her legs touched the floor, но в то время, когда ее ноги прикоснулись к земле, she shot up out of the wheelchair. Она вскочила из коляски. Began to bounce and jump around. И она начала прыгать. We're all crying and praising God. Мы все плачем и прославляем Бога. The side door of the prayer room. И боковая дверь молитвенной комнаты. Led right out onto the street and into the parking lot. Мы ее выпустили на парковку. She took off running. И она побежала. Went right out the door into the parking lot. Она побежала на парковку. We're standing there still praising God. А мы остались там и прославляем Господа. She's run out of the building. Она выбежала из здания. We go outside. Мы вышли на улицу. She's running around the cars. Она бежит пробегает между машинами. Praising God. И славит Бога. Jumping and shouting. Прыгает и кричит. She didn't quit. Она не остановилась. You'll never hit your mark in God if you quit. Вы никогда не достигнете той цели в Боге, если вы будете сдаваться. Some of you here are thinking about quitting. Некоторые из вас сидящих здесь думают о том, чтобы сдаваться. I felt it so strong. Я это так сильно почувствовал. I was not going to preach this till later. Я не должен был проповедовать, говорить об этом. I felt I was supposed to preach it right now. Но я сейчас думаю, что мне нужно сейчас об этом говорить. Some of you, you've been in the storm. Некоторые из вас находитесь в шторме. You've grown weary. И вы устали. You have felt disconnected. Вы почувствовали, что вы отключены. Maybe you have lost your focus. Может быть, вы потеряли свой фокус. You thought about quitting. И вы подумали о том, чтобы сдаваться. Зачем мне это нужно? But you're making a determination right now in your heart. Но вы сейчас определитесь в своем сердце. I'm not going to quit. Я не буду сдаваться. If that's you and you are in that struggle. Если это вы и вы находитесь сейчас в этом struggle. If you're a pastor or a pastor's wife. Если вы пастор или жена пастора, a minister,
Или вы служите? I want you to come right now. Я хочу, чтобы вы сейчас сюда пришли. I feel like we're supposed to pray for you. Я чувствую, что мы должны сейчас за вас молиться. How badly you want it? Как сильно вы хотите? Quickly, and just line up. Как сильно, быстренько, подойдите сюда. Turn your face toward heaven. Поверните свое лицо к небесам. Look to God from which comes your help. Посмотрите на Бога, потому что помощь приходит от Него. You're not looking at man. Вы не смотрите на человека. You're looking to your God. Вы смотрите на своего Бога. You may be in the battle. Вы, может быть, сейчас вы в борьбе. But God is the victor. Но Бог, Он